Для современного-то меча университет был всегда. Центр науки и инноваций, студенты, спешащие на пару, кампус на проспекте, университетская роща, библиотека. А в конце 19 века такое могло только присниться. Что ж, с днем рождения, университет, с днем рождения, родная альма-матер. Надо же, уже целый год прошел. Да, и за этот год мы укрепили свои позиции в рейтинге топ-9 университетов страны. Так их всего 9 в стране. И что? Нужно стремиться к большему. Топ-9 университетов мира. Давайте хотя бы в топ-100 войдем. Ну, это уже будет задача для наших правнуков. Ну тогда за томскую молодежь. А вы почему в маске? Это я приболел немного. Так приболел, сиди дома, чего по городу шатаешься? Я сидел, смотрю, люди ходят, гуляют, весь город на улице. Ну, я вышел, тем более погодка-то какая, хоть на пикники езжай. Так, господа, так чего же мы ждем? Вероятно. А пойдемте сначала шествие посмотрим. Шествие так шествие, Саша. Браво! Браво! Масштабное шествие. Только быстро. Жаль, факультет у нас всего один. Так а ты сколько хотел, 20, что ли? Ну, почему бы и нет? Да куда? У нас и так 72 человека в университете учатся. В общежитии мест не хватает. Значит, нужно еще одно построить. Где его строить-то? Да хоть на реке. Василий Васильевич, вы молодой ученый, профессор. Вы работали в Москве, в Германии и Швейцарии. Почему вы решили остаться жить в Томске? Так место-то для ученого, а тем более для ученого-путешественника, уникальное. Тут же до Европы и до Азии одинаковое расстояние. А сколько неизведанных земель? Вы читали, что Чехов писал про Томск? Читали, читали. Это где про дремучих людей. Точно. Дайте время, и увидите, университет изменит городскую среду. Станет символом города, в котором практически каждый человек будет связан с наукой. Виват, альма-матер! Виват! Ну что, пора расходиться, скоро сессия, готовиться пойду. А я вот в этом году сессию буду дистанционно сдавать. А, кстати, не имею возможности присутствовать лично. Буду каждому профессору телеграмму слать. Тогда каждому профессору телеграф надо иметь. А университет уже позаботился. Ух ты, вот да. Это прогресс. Опережаем да. Время. Так сказать, томский, императорский. Да. Вздор, говорят, что в Сибири юный университет будет хромать. Напротив, я убежден, что он будет не только не хуже, а лучше многих наших провинциальных университетов.